Вас понял. Восполнил. Bike lane only. Что это было? Единственный. Так. Смотрим цели. Я так и не понял, кстати, как приближать этим визором. Уровень шифровки нет. Легкий тут уровень. Может быть, как... Так, так тоже, может быть, стрелочками как-нибудь? Или... Во! ЛК... ПКМ, короче. Отлично. Так, насчет... улучшений у нас только один доступный... Да, материал. Упс. Все. Так, пошли вниз. Отсюда, в принципе, можно их перестрелять всех. И вообще, по сути, уже... Что за лаги? Можно было просто как Рэмбо, как, не знаю, Рашер туда влететь и раскидать их всех. С броней, да, нажав Q. Ну ладно, будем... Будем пока маскироваться. Посмотрим, что из этого выйдет. Тут самое главное, чтобы было где замаскироваться. Вот за этой машиной, например, да. Я вообще считаю, что в кустах маскироваться... Ну, это как бы делают. То есть это можно маскироваться. Блин, а тут что-то и негде маскироваться-то. Так, вот тут хорошо маскироваться. Тут меня не палят. Маскировка отключена. Что такое? Внимание. Запасной источник питания отключен. А, ну и пофиг. А, мне-то что? Так. А мне ничего. Все, здесь можно так открыто ходить пока что. А, уровень шифровки. А, так это турель там наверху, да? А, да, слушайте. Ну ладно, будем знать. Ну, она нам пока не мешает, правильно? И соответственно. Так, вот тут пройти-то как-нибудь можно? Куда я вообще попаду, когда спущусь? Даже не знаю, стоит ли нам это делать. Ну, давайте. Маскировка отключена. Надо было, может быть, наверху там все сначала обследовать. Ну да ладно. Итак, идем. Здесь у нас сбор данных. Escape. Итак. Следите за своими секторами. Черный ящик. Будет жестким. Слышите? Оружие, бою! Бейте все, что движется! Дымовая граната! Черт, я не вижу! Вы, сволочи, прятесь без спросу! Но раз уж вы здесь, я окажу вам гостеприимство! Огонь, огонь! С удовольствием! Понятно, что ничего не понятно. Опа. Угроза системе. А это что такое? Вентили безопасности в добывающем комплексе не работают. Что там было написано? Взять под контроль Nexus. А здесь никого нет новенького. Так, там оружие, патроны. Тут еще какие-то шифровки. Так. Здесь. Здесь, здесь. Вот это что такое интересное? Тяжелый револьвер, а это снайперская винтовка. Все, не будем теперь медлить. Ой. Оп, давай, с левой, с правой, давай. Все, погнали теперь. Подожди. Стоп, что это было? Я же... Не понял. Еще раз. Уровень шифровки легкий. А, вот что надо, а я не туда просто навелся. Ну тогда прошу прощамбо, прошу прощения. А, все, да, отметил. Нет, еще не отмечено это все. Все, теперь все отметил. Теперь можно идти. Это у нас мины были, да, я так понял? Ой, там слева меня могли сейчас спалить. А, вычислить. Давайте заберемся наверх. Конечно, все спокойно. Чего, я не знаю, волнуйтесь все.
Так, тут меня, да, тут меня очень даже могут заметить. Что тут такое? Инженерная команда, срочно прибыть в добывающий комплекс. Ну что, попадем? Да. А чё ты стоишь? Теряли они, блин, бойца. На смерть бежишь, парень. Я промахнулся немножко. Ладно. План. Так, что у нас тут? А, у нас здесь урон увеличивается. Нет, у нас тут не увеличивается урон. Так, хорошо. Тихо. Какие-то лаги начались случайно. Правда, а что за лаги? Грена. Это лагушки начались у нас. Причем какие-то непонятные. Правда, а что за лаги-то пошли? Какие-то прям жесткие тормоза. Прям подвисания жесткие. Непонятные. Это что там, пулеметчик, что ли? Давайте его отметим, да. Вот засранец. А чё она летает, эта бочка? Чё, никак? Ладно. Ну, ты сам напросился. Ах ты, гад, куда ушел? Да, что такое-то? Отлично. Вот и все. Вот и... Угроза полного отказа системы. Эвакуировать гражданский персонал в радиусе 15 миль. Это что, турель, что ли, какая-то непонятная? Или что-то в этом роде. Вот он бежит, бежит. Ну, высовывайся тоже. Ну, раз, два, три, давай. Там непонятная какая-то конструкция. Я не знаю, что это даже. Ну-ка. А, это человек. Ну а что тогда? Перезаряд. Максимум защиты. А, броневой какой-то, да? Парень с пулеметом. Ну там что-то непонятное. Там не видно никого. Все? Ну, наконец-то. Отрубили голубчиков. Этого я так и не вижу. Это, наверное, турель. А, это, наверное, турель, да. Подожди, это какая-то... Стоп, это какая-то конструкция. Давайте... Или что это, я не пойму. Что это вообще? Он даже не отмечается у меня. Ну погнали, это самое, не знаю. С гранатой, что ли. Какие-то лаги начались непонятные вообще. А зачем? У нас же есть лук. С взрывными стрелами. На это переходим, давай. Последнее. Бам! Какого хрена? Чё, никак? Не сдох? Ну ладно. Зато эффективно. Чё, никого? Ну завались, наконец-то, красавчик. Так, теперь нам нужно вернуться назад. У нас там есть, по-моему, ящики с патронами. Вот эта вот конструкция.
Ой. Что там у нас по урону? Хороший урон. Отдача, дистанция. Интересная вещь. Ладно, посмотрим. Я не пойму, они что, до бесконечности будут тут респаумиться, да? Ну-ка. Бомб, ах ты засранец. Ну ладно. А я пока взломаю. Как тебя взломать? Подожди, нет. Раз. Раз. Все, все легко. Я надеюсь... Блин, ну опять какой-то... Блин, что за лаги начались? А, это опять эту пушку нам дают. Так. Во-первых, сделаем... Так. Попробуем. Да, это то же самое оружие. Это у нас что даст? Уменьшит отдачу, я так понимаю, да? А здесь у нас... Так, мобильность... Ага, вот у нас еще что. Угроза системе. Дистанцию повышает. Так. Нештатный режим. Ну ладно. Здесь патроны у нас. По максимуму, наверное, да? Все, сейчас здесь пробежим. Блин, что пошло? Какая-то фигня началась. Что-то я даже не пойму. Ну-ка. Все, попробуем так. Блин, лаги начались. Непонятные вообще, что за лаги. Непонятный, что за хрень непонятная. Ничего, в общем, непонятным. Вообще первый раз такой, честно. Ну что я смысл. А что это такое? С настройками что намудрил? Смотрите вообще, что происходит. Вот что это опять? Какие-то лаги. Ладно, погнали. Нам в лифт, да? Что такое? Ромео 1, вы приближаетесь к комплексу сбора энергии. Найдите два переключателя мощности. Вырубите их быстро, чтобы мы смогли отключить Нексус. Хорошо. Стараюсь. Так, да ёпти, что за лаги? Первый раз вообще. Бред какой-то самый. Куда нам идти? А, найти над самим, да, это... А, вот контрольный той. Соберем все сборы данные. Ладно. Посмотрим, что, может быть, что-то там под водой есть интересного. Не знаю, не знаю. Так. А, у нас здесь патрончики, которые нам не влазят, да? Активируем кран. И что-то тут какая-то C4, что ли? Ладно. Все. Отлично, все мы... Все мы сделали. Теперь бежим к следующей цели. Так. Пока никто к нам не пришел, да? Ну и ладно. Так, а нам как-то туда что-то надо попасть, да, куда-то? На ту сторону. Или я что-то не пойму. Вообще, вроде бы, да. А чё, я сейчас сдохну, что ли, да? Подожди, подожди, подожди. Заберись, заберись. Заберись, говорю. Понятно, вот сюда. Отлично, все, мы забрались, все разобрались. Все понятно. Здесь тоже надо, нет, что-то включать. Окей, Ромео 1. Давай отключим систему X раз и навсегда. Ой, ой-ой-ой.
поплыли, не пойми откуда. Кто палит? Что это сделал, кстати? Ой, вот что это, кстати. А, может, ее взломать надо? Нет, взломать никак. Давайте тогда вырубим, я не знаю. Возьмем, пожалуй. А, ткань еще. Все, сломали. Выбросил, да, гранатомет свой. Ну давай, что там, включаем, что нам надо было. Куда это нам надо? С той стороны, скорее всего, подойти. Так, здесь какие-то лучи, да? Подожди. Так. Нам точно туда надо? Ну, я надеюсь, я смогу забраться. Чё, нет, что ли? Вы чё, издеваетесь? Ребят, вы чё? Ну, тут же легко забраться-то. А где я забирался-то тогда, не помните? Здесь, да? Здесь тоже те же самые лучи. А если я пройду, они взорвутся, да, я так понимаю? Либо мне не стоит их бояться. Ну-ка, если я там, не знаю, бомбану. Подожди. Во-первых, вот это вот. Вау. Угадал. Заново. Извините, уровень. Так, какой уровень сложности? Не знаю какой. Итак, раз. Раз, спешим. Нормально. Ну и что произошло? Доступ открыт. Доступ открыт, да? Так, 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 надо думать. Надо думать, что гадать. Надо все тут разузнать. Так. Ну, там вроде не надо нигде обходить, да, вот здесь вот. Здесь никак не пройти. Соответственно, там как-то надо. Но как? Я боюсь, если я пройду, я сдохну. Я не хочу дохнуть. Может быть, эту штуку как-то надо было перепрограммировать. Опущусь туда тоже. Будет не очень приятно. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Но если я в броне пройду, ну, я думал, конечно... Или невидимым, я не знаю. Может, она не опасна вообще была? Она вообще мне всю энергию... В этом месте что-то есть. Видение. Энергетические поля вокруг системы X нарушают медиацию между временными зонами мозга. Мы наблюдали галлюцинации, ощущения дежавю, ложные воспоминания, иногда даже комплексные расстройства личности. Я не поехал. Эти видения – предсказания, а не галлюцинации. Как скажете, Ромео-1, только продолжайте миссию. Контрольная точка. Слышите? Так, что они тут? А, так это ж мощная штука. Даже прицеливаться не надо. О, ребят, смотрите, какая у меня пушка есть. У вас такой нет. Вот оно. Палите их. Кого? Спасибо, пророк. Спасибо. Сегодня мы восстанем и сбросим с себя оковы. Это первый день свободы. Че? А, ну вот. Вот мы и наверху, да? Нам еще выше надо. Где мы? Если в окошко посмотреть, здесь вроде ничего интересного.
Так, это наше задание. Ну все, идем сюда. Псих, я внутри. Взламываю систему безопасности СЭЛ. Давай, в клавиатуре пальцами поводи и взломаешь. Что это? Термос. А чё окна-то погасли? Ну ладно. Переключение на запасные линии. Передаю обзор сдерживания системы. Внимание! Ошибка сдерживания системы. Что? Нет, они не могли быть настолько глупы. Ой. Альфа Сеф. Взрыв. О, помехи по телеку, а? Дерьмо. Ничего-то выскочил. А, мы в этой антенне были. Вау, какой дым классный. Здорово, ты в порядке? Да. Ха-ха, это давай. Было круто. Мы сделали это. Нет, система X. Их источник энергии это Альфа Цеф. Упс. Какая волна идет. Ах, чтоб меня, если твои видения правда. Значит, конец света близок. Нет. Это значит, тварь на свободе. И я могу убить ее. Это из баз данных СЭЛ. Похоже, мы раскрыли очень важную тайну. Это существо было источником энергии СЭЛ. Альфа Цеф. Он гораздо сильнее, чем я думал. Но я заметил кое-что непредназначенное для моих глаз. Если они сумеют забраться ко мне в голову, то, возможно, я смогу проникнуть в их мозг, найти их слабое место. Псих, где тут слот для костюма? Ага. В лаборатории, где СЭЛ держали меня. Встретимся там через 30 минут. Осторожно, Майкл. Некоторые вещи простить невозможно. Тоже чисто. У ребят со слухом проблемы. Нет, никаких следов пророка. Поехали. Чернохвост дозорный, это Чернохвост 9. Деланси 4 Альфа чист. Выдвигаюсь в следующий квадрат, прием. Где твой друган? Нет, Чернохвост 9. Восход Алой Звезды был инициирован НАКС. Всем Восход Алой Звезды? Подтвердите, что это не ошибка, прием. Подтверждаю. Восход Алой Звезды запущен. Прием. Вот дерьмо. Что с ним?
Восход Алой Звезды, о чем они думают? Не знаю, черт с ним, с пророком, надо выбираться отсюда, эй! Че энергия не кончается у нас? А как же Штибер? Да черт с ним, догонит! Слышал о восходе Алой Звезды, псих? Нет, не приходилось. Сэл не так-то легко напугать. Узнайте все, что сможете. Встретимся в назначенном месте. Дело плохо. Раш и Клэр не отвечают. Тебе придется держаться в одиночку, пока я не разберусь. Избегать чего? Прожекторов? А что, они какие-то сверхпрожекторы? А, типа... Мне нельзя, типа, шуметь, да, еще, я так понимаю? Сейчас все осмотрим тут. Ага. Ну все, погнали.